происходило в клубе. Поехали! Сань, да хватит дуться! Я тебе говорю, у меня только на одного было! Я не виноват, что мы так мало пригласительных дали, так что хватит! Жень, хватит, знаешь что? Хватит Киркорова скрывать Дина, а жены, которая родила ему дочку. Да ты шутник, я смотрю. Да я знаю. Все в КВН надо играть. Так я играю. Ты мне лучше знаешь, что скажи? Ты с тем типом разобрался, который на тебя сегодня всю весь вечер там напрыгивал? Да конечно, я ему там жоркну. Вот смотри, возле барной стойки лежит, танцует. Ребят, ребят, смотрите, я в клубе в палатке валяюсь. Кирилл, какая палатка, это твой чемодан, ты постановился, видимо. А, спасибо, а знаешь, что тут? Что? Топор в Кличко. Извините, извините. Вы верите в Бога? Слушай, я не знаю, что скажу. Мы не верим в Бога, мы верим только в электрохаус. Давай! Блин, Сань, я все деньги потратил на там защиту. Да ладно тебе, туда заливаешь. Ты же такой жадный, что все деньги себе в трусы ложишь. А ты мне как будто их туда не ложишь. Да, Жень, ты просто классно раздеваешься. Ладно, я к барной стойке, вам что-то взять? Да, возьмите виски. Окей. Привет. Чё не танцуешь? Бухой, что ли? Ладно, можно, пожалуйста, один виски и шаурму? С луком? С арбалетом! Просто я какой-то коктейль выпил странный. Ага, под названием «Безумие». Охранники, у вас клубе
воскресенье. Я что, дура? В смысле? Я что, дура отказываться? Поехали! Поехали, поехали! Все, вы так молодец, я знал! Так, ребята, все, всем стоп! Все остановились! Стоп! Стоп, музыка! Все, все запомнили, да? Все, теперь вызываем такси и поехали в клуб! Я и по традиции воспользуюсь ртом и скажу. Друзья, что мы хотели сказать этим домашним заданием? Да особо ничего не хотели сказать. Просто знаете, вот после нашего выступления, согласитесь, в клуб захотелось, да? Нет, ну ладно, с вами была команда Вик Вайпер.